Переливание крови и сбор ее продуктов позволяют ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Ситуации, при которых может понадобиться кровь, разнообразные. Тут и онкологические болезни, и предстоящее хирургическое вмешательство, и несчастные случаи. Отдельную категорию составляют те, кому чужая кровь нужна в течение всей жизни. В первую очередь это больные гемофилией. Сдает человек анализ гемоглобин, потом, когда результат будет готов, идет к терапевту. Терапевт расспрашивает его о заболеваниях, вот, проверяет давление, температуру, смотрит кожные покровы, чтобы человек был здоров, потому что, как вы понимаете, нам нужна кровь от здоровых людей. Число доноров в Солигорске ежегодно растет. Сегодня на учете у медиков состоят порядка 560 человек, готовых спасать жизни других. Причем порядка 100 пришло в этом году в пункт переливания крови впервые. Как правило, в донорстве нет случайных людей. Придя однажды, человек возвращается в пункт переливания крови вновь и вновь. Так, звание «Почетный донор» в Республике Беларусь за прошлый год только в Солигорском районе присвоено 28 донорам. И это значит, что каждый из них сдал кровь минимум 40 раз. Я уже почетный донор почти дважды, ну разов 70, а то и больше я сдала. В свое время я сдавала по 250 грамм. Вот. Теперь уже берут у меня 500 грамм. Теперь сдаю на благо Родины, как говорится, для спасения людей. Может быть, капля крови моей кому-то спасет жизнь. Медики отмечают, что кровосдачи хорошо влияют на жизнь самого донора. Это своего рода стимулирующий эффект для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, способствует и обновлению организма. А в серьезных ситуациях, например, при несчастном случае, донор имеет больше шансов на выживание, так как его организм адаптирован к кровопотере. Вообще за свою жизнь, наверное, ну может 11 или 12, если честно, ну не было таких подсчетов. Подсчеты начались только с прошлого года. Ну, уже это когда завели карточку, когда это уже стало более, ну, постоянно. Первый раз это было в студенческие годы, на День донора, где-то 14 июня ежегодно. В студенческие годы нас собирали. Ну, и мы, как бы, до блага Родины, ну, с гордостью какой-то. Кто-то на платной основе, кто-то на бесплатной. Мы всегда ходили на бесплатной основе. Нам было это интересно. Это важно, это нужно. Даже не столько, когда это постоянно нужно, сколько в некоторых экстренных ситуациях, понимая, что, возможно, именно эта кровь дала жизнь человеку. Во всем мире сегодня ведется активная пропаганда безвозмездного донорства, цель которой – сдача крови не в критической ситуации или в праздничный день, а регулярно. В таком важном деле, как спасение жизни, акцент людей должен быть на помощи и сострадании тем, кто нас окружает. В пункте переливания крови уверены, что количество людей, желающих безвозмездно сдать кровь, будет расти с каждым годом.